Первый в жизни официальный документ – паспорт. Получение его означает многое – новая ответственность, новые обязанности. Сегодня в зале торжеств правительства региона самые яркие представители – рязанских школьников. Начинается новый этап биографии. Вы стали взрослее, получили удостоверение личности, ну и теперь вправе сами принимать многие решения. Взвешивайте каждый шаг и помните всегда об ответственности за все свои поступки и за всю свою жизнь. Какой она будет, это зависит на самом деле только от вас. Вы все молоды, но уже многого добились. Я знаю, что здесь собрались необычные ребята. И вот именно такие люди, амбициозные, активные, нужны региону. Среди собравшихся будущие артисты, ученые, спортсмены и врачи. Профессий много. Какой путь выберет каждый из этих ребят, пока неизвестно, но поддержка и мотивация у них уже есть. Хотел бы связать жизнь с чем-то творческим. Например? Например, артист, к примеру, как вариант. Я испытываю, можно сказать, гордость за свою страну, и мне нравится быть уже самостоятельным человеком. Я стала частью российского государства, я стала частью гражданином, я стала взрослее. И, конечно же, получение паспорта – это очень удивительный, волнительный момент. И я запомню его. Я очень люблю рисовать, я хожу на художественный кружок, и я планирую стать дизайнером. Чем свяжете свою жизнь пока предварительно, как считаете? Наверное, с животными. Помогать там природе, животным, бездомным, благотворительность. Кем бы ни стали эти ребята в будущем, они уже к своим 14 годам демонстрируют активную гражданскую позицию. Отличники учебы, музыканты, спортсмены, волонтеры и активисты молодежных организаций. Впереди у них целая жизнь, и при том же подходе она непременно будет успешной.